На сцене герой из рассказов Василия Шукшина, и все внимание зрителей приковано к его эмоциям. Премьера в театре «Наш дом» не оставляет равнодушными людей разных поколений. Через такие необычные юмористические зарисовки актеры показывают узнаваемые проблемы каждого человека. У нас очень много так называемой классики. Что собой подразумевает классика? Это мы всегда высвечиваем проблемы, которые были, есть и будут. Вот. И для молодежи это тоже очень полезный спектакль. Во-первых, понять историю нашу, какие были деревни, насколько были там открытые люди, потому что в городах мы все знаем более закрытого характера. Вот. И самое главное – показать, что проблемы есть у всех. Комедию «Шукшинские рассказы» подготовили к 95-летию великого писателя и режиссера Василия Шукшина. Свое творчество он пропускал в том числе и через истории жителей русских деревень. Спектакль поставил художественный руководитель театра Сергей Метелкин. Он сумел отобразить на сцене атмосферу русской глубинки через костюмы, игру актеров, оригинальный реквизит и, конечно, музыку. Премьерный показ спектакля собрал полный зал театра «Наш дом». А уже в эту субботу здесь же, на большой сцене, покажут пронзительную историю двух одиночеств «Двое на качелях». Начало в 18 часов. Андрей Панченко, Вильфред Демковский. Новости. Химки ТВ.